телеканал «Edit Media» и оказываем услугу «Цветы для тебя». Мы знаем, что у Лерочки сегодня день рождения. И этот букет цветов для тебя, Лерочка. Возьми цветочек. И конфеты тоже, чтобы ты угостила себе. Я не ожидала сюрприза. Ты сможешь такую игрушку подержать? И сейчас мы тебе скажем, от кого, Мишка. Сможешь? Давай, держи. Возьми. Это тоже тебе. И чтобы у тебя было прекрасное день рождения, вот и эти шарики, они тоже твои. И торт для праздничного стола. Спасибо. Давай. Да, поможете. И это поздравление от папы Вани с Франции. Спасибо. Он обнимает Леру, целует и поздравляет ее с днем рождения. И с днем защиты детей, всех детей. Спасибо. И отправил нам такое поздравление для Лерочки. Родная, любимая доченька, с днем рождения поздравляю тебя. Для меня ты как яркое солнышко. Пусть с тобой будет ангел всегда. Пусть у тебя всегда все будет хорошо. Знай, дочка, я люблю тебя больше всего на свете и желаю тебе всего самого доброго, светлого и хорошего. Прости меня, что так далеко от тебя. Никогда не грусти, улыбайся, будь здоровенькой, сильной и смелой. И знай, что я тебя сильно люблю, скучаю и, самое главное, во всем поддержу. От папы Вани с Франции. Вот это поздравление мы получили. Спасибо. От папы. Папа, скажешь ему привет, дашь привет. Скажи папе, папе привет. Стеснялась. Давай. Мишка, нравится тебе? Да? Скажешь папе спасибо? Спасибо. Так, чтобы ты выросла здоровой, здоровой и самой счастливой девочкой. Самая красивая, самая счастливая, нежная и милая, лапочка моя. Эх, денечки, ноченьки, для принцессы доченьки, знает только боженька, как люблю тебя. Ты кровиночка моя, души моей отрада. Я не знал, что до тебя этот мир был слишком пустой. Барби в замке у тебя и клубничная помада. Остров счастья, берег мой родной. Самая красивая, самая счастливая, нежная и милая, лапочка моя. Эх, денечки, ноченьки, для принцессы доченьки, знает только боженька, как люблю тебя.